Не позовет он больше в класс. Новый школьный год. С утра по тротуарам, по улице любой идут ребята парами, цепочкой, гурьбой. Идут гурьбой школьники с портфелями в руках, не тронуты тетрадки и чисто в дневниках. Они к звонку торопятся и весело галдят, а взрослые из окон с улыбками глядят. У нас в почете каждый труд, учиться школьники идут. Школа всегда величава, смотрит на мир с высоты. Здесь ваши песни начало, здесь расцветают мечты. Школа откроет страницу жизненной книги большой, научит вас к цели стремиться и закаляться душой. Как вас много, ребятишки, и девчонки, и мальчишки. Мы сейчас вас посчитаем, и про вас мы все узнаем. У нас в почете, на школе не счесть. Второклассники, вы здесь? Значит, будем мы друзьями. Третьеклассники, вы с нами? И четвертый, как всегда, новой встрече рады? А пятый, что притихли, от учебы вы отвыкли. Это, братцы, не беда, все хотим учиться. Где-то рядом класс шестой, очень славные ребята. В школе вам всегда хорошо живется? Класс седьмой, непростой. Ну-ка дайте нам ответ, двоек будет много? Класс восьмой, он почти что выпускной. Дайте честное нам слово, к испытаниям готовы? Эй, девятый и десятый класс, вставайте, хором дружно отвечайте. На экзаменах получать что мы будем? Только... только первого и одиннадцатого класса что-то нет. Нет, первый класс здесь. И с нетерпением ждет, когда его позовут на линейку. Ведь первоклассники сегодня самые главные действующие лица праздника. Каждой осенью сюда приходит первоклашек шумный хоровод. Радостных, задумчивых, веселых. Наш учитель в класс их поведет. Под аплодисменты школы я приглашаю наших первоклассников. Первый А-класс и классного руководителя Беккер Веру Адамовну. И классного руководителя Ермилову Анну Михайловну. Thank you.
профессиональной биографии. Сегодня праздник и у родителей. Волнение и гордость испытывают они, глядя на вас, повзрослевших детей. Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда, он особенный, чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный. Я хочу пожелать здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям. Да, без неожиданностей не обойтись, но пускай они станут для нас всех приятными, яркими, незабываемыми. И вот такая неожиданность произошла у нас за летний период, пока вы были, ребята, на каникулах. К нам в школу пришло несколько писем с результатами тех олимпиад, в которых вы принимали участие. И сегодня, вот в этот торжественный день, я бы хотела сказать, что первое письмо пришло из города Бийска, где наши ребята участвовали в олимпиаде «Эрудит». Это всероссийская олимпиада. Так вот, первое место в региональном рейтинге, то есть по области, заняла ученица нашей школы 3 класса Маловастова Мария. Я ее попрошу сюда для вручения диплома. Ученица 3 класса. Первое место в региональном рейтинге в викторине «Эрудит». Поздравляем вас. Второе место получает Зимбович Влада, ученица 3 класса. Ученица 2 А класса тоже заняла 3 место в региональном рейтинге. Остапчук Татьяна награждается дипломом. Поздравляем, Татьяна. Рыбакова Настя получает диплом. Тоже 3 место по региону. Молодец. Молодец. Самойлов Вова, ученик 2 класса, занял 3 место в олимпиаде «Эрудит». В школьном рейтинге 1 место. Поздравляем, Вова. Турдыбакиева Полина. Во всероссийском рейтинге 4 место, в школьном 1 место. Ученица 2 класса. Поздравляем, Полина. Шефер Ирма приглашается сюда для вручения сертификата. 94 балла из 180 набрала. Молодец, Ирма. Также приглашается сюда ученик 1 класса Ремига Никита. 82 балла набрал из 100 возможных в 1 классе. Молодчина, поздравляю тебя. А второе письмо, ребята, пришло из города Калининграда. Олимпиада «Олимпус», вы знаете, проходит у нас, и вы активно в ней участвуете. Так вот, ученица нашей школы 6 класса заняла 5 место в общероссийской предметной олимпиаде по географии. Это Замятина Александра, ученица 6 класса. Поздравляем. Для вручения диплома за 5 место во всероссийской предметной олимпиаде по географии вручается Сергею Мартынову, ученик 6 класса. Сюда приглашается для вручения диплома Андрей Самичка, ученик 8. Радовать своих родителей. Дорогие ребята, каждый год, пройдя
Школьные ступеньки, вы становитесь старше, становитесь умнее, мудрее. В вашей жизни залог успеха нашего государства. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего, прекрасных оценок, хороших оценок и хорошего взаимопонимания с учителями, педагогами вашей школы. Уважаемые родители, я сегодня смотрю вас больше, чем детей. Мамы, бабушки, дедушки. Я хочу вам пожелать тоже самого всего хорошего. И прежде всего, чтобы в дневниках у вас были только прекрасные записи, которые благодарили вас за хорошее воспитание. В школу вас приглашали только на мероприятия, которые будут проводить, показывать ваши дети, на что они способны. Уважаемые учителя, наверное, вы сегодня больше всех готовились к этому празднику. Это конспекты для первого урока. Это подготовка, воспоминания, то, что было наработано в прошлом году и за предыдущие годы. Конечно же, я прекрасно понимаю, что сложнее не учить, а сложнее научить. Я хочу вам пожелать, чтобы вы могли научить всех ребят, которые есть в школе, и дать всем хороший путь в жизни. Счастья, здоровья вам и прекрасного начала учебного года. Спасибо всем. Первое сентября. Слово для приветствия предоставляется методисту отдела образования Людмиле Ивановне Леоновой. Дорогие ребята, родители, уважаемые коллеги, учителя, примите самые искренние поздравления с Днем Знаний, праздником, который одинаково любят, ждут и дети, и взрослые. От всей души желаю, чтобы 1 сентября стало для вас днем больших добрых планов и светлых надежд на успех. Желаю сохранять свою жизненную позицию активную, претворять в действительность свои планы. Пусть вам сопутствует везение. Пусть всем этот новый учебный год принесет творчество и новые открытия, неиссякаемой вам энергии и побед, гармонии и счастья, здоровья и благополучия, уверенности в своих силах. Искренне верим, что он будет удачным для педагогов, учеников и их родителей. Здоровья вам и вашим близким. Первое сентября. С этого дня каждое утро вы будете подниматься по школьным ступенькам в свой класс. Каждое утро по одним и тем же ступенькам. Вот и все говорите, школа, школа, в школе можно укрыться, в школе поймут, а ведь мы первоклассники не знаем толком, что такое школа. Как не знаете? Тогда сейчас расскажут вам о школе наши старички, те, кто проучился здесь уже 10 лет. Здесь наша пристань, здесь наш общий дом. Здесь мы растем, не по годам взрослее. Бывает трудно, но зато потом идти по жизни будем мы смелее. Нас эти стены верно берегут. Здесь нам легко и в горестях, и в бедах. И здесь нас ждут, как мамы дома ждут. Большим и малым радуюсь победам. Теперь я понял, что такое школа. Ну чем отличается наша школа от других? Какая она? Здесь много неугомонных детей, значит, шумная. В ней постоянный творческий педагогический коллектив, значит, креативная. Здесь много победителей и призеров, конкурсов, олимпиад, значит, одаренная. Здесь много талантливых детей, которые рисуют, поют, танцуют, значит, артистичные. Вот она какая, наша школа. Какие замечательные учителя в нашей школе. Спасибо тем, кто учит жизни нас.
кто в наших душах доброту рождает, кто малышами нас приводит в класс, совсем большими в люди выпускает. А что ж в вашей школе произошло за этот год? За год много пережили, ничего не позабыли. На трусленках побывали, на зернице воевали, на уроках не скучали, в олимпиадах участие принимали, на концертах выступали, призовые места занимали. Теперь и мы хотим учиться в такой школе. Это всех нас примите поздравления. Все мы тут. Вы нас не ждали, а мы взяли и пришли. Пришли сказать слова печали, и против вас мы малыши. Остался вам всего лишь год, а нам десяток лет пахать, учить таблицу умножения и на уроках отвечать. Вы уже большие тети, дяди вы уже теперь, и мы просим вас сегодня открыть для нас любимую школьную дверь. И вот вам наш наказ. Помните, первое для вас учение, а второе развлечение. Не забудьте, институт вас ждет, а любовь, поверьте, подождет. Спасибо вам за такое поздравление. А мы желаем вам хорошо учиться и не лениться. С учителями не ссориться, а водиться. С книгами и тетрадками дружить, интересной школьной жизнью жить. Дорогие первоклассники, все сегодня необычно. Все сегодня непривычно. Очень рады мы за вас. И сегодня, в этот час, предлагаем знак учебы вам дружнее в руки взять. Открывая школу встречу, пятерки в небо запускать. Лишь детство мы вернуть не сможем заново. Первый порез сама забудется. Три, пятерки в небо запусти. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Кошли Владимиру и ученице 1 А класса Лысовой Варваре. А где шарики?
Чуть-чуть. Слава, слышали? Пока. Немножко на велике. Вот это же опасно, это не опасно. Вы с чего нам это? Звенит звонок, как жаворонка триль. В мир знаний открывает дверь. В добрый путь, в добрый час. Здравствуй, школа, встречай нас. Школа, смирно! Вынос у флага Российской Федерации приготовиться. Флаг вынести. Торжественная линейка, посвященная празднику первого звонка, объявляется закрытой. Приглашаем всех на классные часы.